Аналитики оценили недополученную прибыль застройщиков из-за реновации. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» прямо сейчас. Подробности. РБК, по данным компании «Метриум», сообщает, что около 100 миллиардов рублей прибыли недополучат московские девелоперы из-за программы реновации. Отмечается, что причина этого – изменение планов потенциальных покупателей квартир из числа жителей пятиэтажек. Улучшить свои жилищные условия за счет покупки квартиры до запуска программы реновации планировали около 30% жителей столичных хрущевок. Сейчас от этих планов отказались порядка 5% участников реновации. В среднем на покупку нового жилья москвичи рассчитывали потратить порядка 5 700 000 рублей. Недополученную прибыль девелоперов аналитики также включают расходы на покупку дополнительных квадратных метров в домах по реновации. Напомним, что 1 августа 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации, в нее включено 5173 дома. На этом все. Следите за новостями из жизни столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!